spinningline.ru. Рыбку мышкой. Здравствуйте, дорогие друзья! Меня зовут Вадим Комиссаров, и я рад вас приветствовать на канале Spinning Line. Сегодня в нашем обзоре представлены безинерционные катушки от японской компании Daiwa. Это обновленная в 2020 году популярная линейка Luvias. На данный момент она состоит из 13 моделей весом от 150 до 215 граммов и с передаточным числом 5,1, 5,2 или 6,2 к 1. Кстати, в их число входят варианты с приставкой FC в названии, что обозначает Finest Custom. Давайте поближе рассмотрим экземпляр с индексом 2000S. Luvias LT – это катушки с современным дизайном для оснащения спиннинговых удилищ, предназначенных как для ловли на пресных водоемах, так и для морских рыбалок. При использовании концепции Light and Toss – легкий и жесткий – удалось значительно уменьшить размеры конструкции и снизить ее общий вес. Обратите внимание, здесь использован корпус Monocoque Body, который в сочетании с технологией MagSealed надежно защищает внутренний механизм от любых внешних воздействий или загрязнений. Кстати, в обновленных моделях устанавливается более совершенная шестерня TOS Digi Gear, способная увеличить надежность и мощность одновременно. Также для снижения массы используется корпус и ротор из материала ZEON. Полый Air Rotor легче по сравнению с аналогичным, но в то же время способен выдерживать значительные нагрузки. Еще он уменьшает излишнюю вибрацию во время работы. За один полный оборот рукояти выматывается от 67 до 99 см шнура. Чтобы ход катушки был более плавным, используется 10 подшипников, 9 из них шарикового типа и один роликовый. И обратите внимание на то, что ротор вращается исключительно в одном направлении в режиме намотки. Также отметим наличие в конструкции стопора обратного хода. Он предотвращает проворачивание в обратном направлении. Новая алюминиевая шпуля LC ABS меньше, тоньше и легче своих предшественниц. За счет оригинальной геометрии бортика достигается более дальний заброс. Для фиксации лески предусмотрена пластиковая прямоугольная клипса. Вместимость, в зависимости от модели, составляет от 100 метров монофила толщиной 0,16 мм до 190 метров диаметром 0,25 мм. Обращаем ваше внимание на то, что в связи с внедрением новой концепции также изменилось и обозначение некоторых размеров катушек. Далее отметим наличие полой дужки и ролика лесоукладывателя Twistbuster 2. Фрикционный тормоз ATD имеет переднее расположение и способен справляться с максимальными нагрузками в 5 или 10 кг. От попадания воды и грязи его тормозные диски защищены специальной эластичной прокладкой. Рукоять вытачивается из алюминия и оснащается Т-образным или, как в данном случае, плоским прорезиненным кнопом. Кстати, есть экземпляр с двойной ручкой. Чтобы из леворукого варианта сделать праворукий или наоборот, вам необходимо выкрутить ее из корпуса и поменять местами с декоративной заглушкой. Но перед этим не забудьте переставить эластичный уплотнитель. Daiwa Luvias LT комплектуется набором дополнительных шайб. Подкладывая их под шпулю, вы сможете регулировать качество намотки лески. Есть и фирменный тканевый чехол с веревочной тяжкой для хранения катушки в перерывах между рыбалками. Осталось добавить, что ссылку на данный товар вы найдете в описании под видео. А чтобы не пропустить новые, интересные и полезные обзоры, не забудьте подписаться на наш канал. А на этом я с вами прощаюсь и до новых встреч на канале Spinning Line.